для нас это, ну, было очень интересно. И, ну, честно говоря, с гордостью. Вот, Кипренский — это, не побоюсь этого слова, имя мирового масштаба. Достаточно сказать то, что он один из немногих русских художников, чьи работы находятся в галерее Уффици во Флоренции. То есть это одна из самых высших мерок, по которым можно мерить художников. И это действительно большая гордость России на все времена. И поэтому такая личность была, конечно, очень интересна нам, для того, чтобы мы могли ее как-то изобразить и передать те ощущения, которые мы испытываем, глядя там на его работы и на то вообще, в какое время он жил, каким человеком был. Ну и, конечно, то, что он является вашим земляком непосредственным и, в общем-то, и нашим в широком смысле, это тоже есть повод для гордости. Для... Мы надеемся, что это будет место достопримечательности, действительно. Потому что это первый в России памятник Кипренскому, такому известному, как сказал Сергей, в мире личности. Все, кто знает художников в мире, знают Кипренского, так, русского. Многих художников, может, гораздо меньше знают, чем его, на самом деле, известных. Так что это действительно событие, что вот в вашем селе родился такой человек, такая личность.